«Ты миссис Муни, а ты кто?» «Я подруга Ника, мне надо его найти». «Прости, но я не видела сына 2 года. Он у меня деньги украл. Я тебя даже не знаю. У меня татушка с его сраным именем». «И что, дать тебе денег? Хотя бы 5 баксов? Господи». Этим летом. Ты горничная? Да. Это Мэдисон, присмотри за ней. Я про детей ничего не знаю. Я не справляюсь. Никто не предупреждал, что это так тяжело. У всех других мамаш все отлично получается. А я не знаю, что делать. Привет, Марго, это Стивен. Ларри Дэниелс мне сказал, бумаги давно у тебя. Прости за назойливость, но подпиши бумаги. Мне надо найти Ника, я его девушка, Талула. Это чей ребенок? Его. У тебя есть план? А у вас он был? Был, выйти замуж и завести семью. И как, помогло? Видимо, нет. Оба меня бросили. Я Лилита Кининг из органов опеки. Я совершила ошибку. Я ужасный человек? Стой! Мы все ужасны. И мы все просто люди. Эллен Пейдж. Если у тебя проблемы, так и скажи. Я твоя семья. Элисон Дженни. Когда мне было 6, мать усадила меня на крыльцо и велела ждать. Больше я ее не видела. Лучше, когда ты никому не нужен. Так жить нельзя. Ты нужна ей. Талула. Даже не верится. Потом они тебя ненавидят, и вот тогда правда не верится. Жуть какая, пипец какая жуть. Самая страшная жуть на свете.